Ну как тебе отдых в палатке, Артём, вообще? Как бы интересно? Хорошо. А вот как матрас туда положит, я не знаю. Сейчас разберемся. Время 7:40, и уже очень плотное движение на серпантине. Что в Сочи, что из Сочи. Хотел выехать чуть раньше, но не получилось, потому что детки спали. Я сегодня проснулся в 5 утра по будильнику, пока я начал собирать эту машину. Дети еще больше проснули, точнее мы их разбудили, задели. Он вроде спит. Артемочка телефон играет. Настенька просто отчетит. Так, едем, продолжаем путь в Крым. Какой красивый вид. Вот, короче, мне дают ответственное задание снимать, как мы будем сейчас собирать палатку, которую мы вчера купили. И мы остановились первый раз в кемпинге. Там у нас прямо море за деревьями и пляж песчаный. Будем снимать, показывать. Так, наш первый кемпинг. Первый раз собираем палатку. Мальчишки помогают папочке. Они сейчас будут надувать матрас. Очень а папа будет коробку собирать не палаточку. Нам они будут нужны постоянно. Так что... Держите коробку. Коробку держите вместе. Коробку. Вот кемпинг называется «Малый шок». Здесь рядом прямо море. Рядом сейчас пройдут. Быстренько сниму, покажу. Вот здесь прямо вот у нас чистенькое море. Пляж, песочек. Какая красота. Тут и туалет, и холодильник общий, и душ, все есть. Все удовольствия для людей. Вот такая территория, вон там душ. Но сейчас будет съемка про собирание палатки. Артем уже работает в процессе. Давай, малыш. Давай, давай. Родион уже так подсматривает, как помогать братику. Уже походил. Кто-то по матрасу, да? Это а папа поставить пытается палатку. То есть он только начал ставить палатку. Вот, такой молодец у нас. Артем накачал себе батут, и они уже с Родионом тут попрыгали. Родион куда-то пошел, а папа вот уже почти палаточку поставил. Молодец. Уже говорю, почти палаточку поставил. Родик куда? На полушку поднимусь. А можно так? Ну, лучше-то, конечно, так делать. Так-то она прикольная. Да есть все минусы, я сразу вижу. Какие? Вот дождь идет, и тебя все сюда затекает. Да. Обычно вот это вот вешается сначала, ставится, а вот уже вот в нее надо палатку загонять. Или как бы получается двойное дно. Короче, будем менять потом. Вот, Родион у нас уже как на батуте прыгает на матрасике. Папочка с Артемочкой ставят до конца палаточку. Артем сам полностью накачал матрас. Он такой у нас умница, такой помощник. А Родион у нас балбес маленький. Пока что он только прыгает и балуется. Успеваем за ним бегать, да, малышка? Вот так вот здорово мы обустраиваемся. Я уже поставила сандалии. Расскажи, пожалуйста, как ваши впечатления, что вы делали? Матрас надували. Матрас надували? Ты сам полностью его надул? Да, чтобы поспать нам всем. Ну как тебе отдых в палатке, Артем, вообще? Как бы интересно? Хорошо. А вот как матрас туда положить, я не знаю. Сейчас разберемся. Папа, матрас туда положи. Сейчас будем. Видите, вот так вот мы разместились, вставили палатку. Машина рядом. В принципе, кемпинг нормально оборудован. Есть даже холодильник с таким, смотрите, красивым видом на море. Посмотрите, как классно, что нет на пляже вообще никого. Еще недавно я даже не мог поверить, что на Черноморском побережье существуют такие пляжи безлюдные.
А теперь я сам на таком. Вот мы немножечко расположились, палаточка наша. Родик, ку-ку. Детки довольны. Ужин готовим. Вот у нас уже тут картошечка. Здесь у нас курочка. Все овощи. Смотрите, вот так вот у нас здесь такая микрокухня сейчас происходит. Детишки уже спят. Еще у нас стоит вот здесь такой стол. Купили сегодня, точнее вчера, газовую плитку. Сейчас будем готовить себе чай. Вот она плита. С такой бабочкой, такой шубой. Ну, нормально, прям в машине очень удобно, что в машине вот это раскладывается и как столик. День номер два, либо день номер первый начало. Такой у нас лагерь, короче, получился. Есть душ там. Смотрите, вот такой вот дикий пляж. Вот наш спуск с кемпинга. Вот оно, море. Настя, встань! Здесь видите, как безопасно для детей, что можно туда прям далеко зайти. И... здорово. Наш палаточный дом. Так вот мы сейчас будем укладываться спать. Да, пацаны? Вон ребятишки плескаются, вот он только по шейку. А мы вон как от берега даже зашли. Дело к вечеру. Костер горит. Класс. Люди начинают уже приезжать все больше и больше. Все-таки дело скоро к выходным. А у нас уже второй вечер мы проводим с друзьями. Привезли их к нам на дикий пляж, чтобы они покайфовали. Пошли они купаться. Тёмка купился новых игрушек, играется. Я занимаюсь штуком. Иди, куда пошла? Там есть раковина и душевые. Зачем заслепил? Слишком чужой, чтобы быть родным. О, камера! О, камера, работаем! Работаем на камеру. Работаем, работаем. Зажигаем! Закопали отца. Сегодня, смотрите, море с волнами. А еще папу мы закупали. Папа! Отдых в кемпинге подошел к концу. Сейчас мы собираемся. Едем в Геленджик. Там мы снимем квартирку, скорее всего, и нормально помоемся, отдохнем от этой пыли, потому что здесь в кемпинге, видите, трасса сочинская прям тут проходит. Это, конечно, доставляет дискомфорт. И Славик уже в палатку собирает, разбирает. Опять переезд. Мы, короче, за эти несколько месяцев сколько переездов перенесем, что я чувствую, когда домой вернусь, буду бежать в месяц. Ну, это здорово, зато это самое длинное.
диета, которую нас дали, она еще продолжается. Даже не чувствую, что сегодня первое сентября. Да, кстати, мы забыли, что с вами первое сентября. Да, все. Складываем, собираем вещички свои. Сейчас поедем дальше. Палатку теперь будем складывать.